Вітаю! Сьогодні у нас в гостях Андрій Клячин, політичний експерт. Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. В Україні в 1991 році, коли отримала незалежність, була така ейфорія. Ну, одна з найбагатших республік колишнього СРСР. Зараз заживемо. У нас є виробництво, у нас є зерно, у нас все є. Будемо жити багато, як в Європі, будемо там чи не найбагатшою країною в Європі. Такого не сталося. Тобто було багато проблем, які треба було долати. Був там 90-ті важкі годи. Зараз перемога Володимира Зеленського, партійна у нього більшість, парламентська більшість. Також є певна ейфорія у громадян, у виборців, що зараз прийшов президент, який має більшість, який все зробить і знову заживемо. Така ейфорія є виправданою, чи вона не є особливо виправданою, і ми можемо мати такі ж наслідки, як розочарування певне. Ну, любая эйфория, она неоправдана, потому что эйфория – это в любом случае шаг против реальности. Да? Это когда мы переоцениваем чьи-то возможности, особенно в политике. Поэтому завышенные ожидания – это всегда не очень хорошо. Разница между ситуацией 91-го года и ситуацией сейчас, вот вы сами ее назвали, это если в 91-м году неважно будет, кто лидер, то есть мы просто самые богатые, у нас и так все будет хорошо, то на сегодняшний день у нас иллюзии, что мы самые богатые, уже нет. Это первое. С другой стороны, в отличие от развала Советского Союза, у нас уже более-менее экономика, промышленность, все как бы налажено, все на определенном уровне, то есть ничего не рушится. Вот. И третье, самое важное, что мы в данной ситуации надеемся не на богатство, там, изначально Украина, а на конкретную личность. Поэтому в этой ситуации немножко будет иная ситуация, немножко иной на самом деле запрос. Запрос поменять вот эту вот систему, что, собственно, обещал будущий президент. То есть на сегодняшний день запрос у людей именно на то, чтобы перестроилась система управления, и тогда заживем нормально. С этим, собственно говоря, и связано сегодняшний высокий рейтинг Владимира Зеленского. Не с какими-то экономическими успехами, их пока еще может не может быть, а с тем, что он распустил парламент, начинает он, вся система власти, принимать решения в новом парламенте быстро, как бы без проволочек, нарушая закон, но тем не менее, начинает активизировать, скажем так, борьбу с потенциально недобросовестными чиновниками. Поэтому с этим связан высокий его рейтинг и отсутствие пока разочарования. Дальше все будет зависеть от следующего этапа, то есть когда общество немножко, условно говоря, напьется крови коррупционеров, да. И когда начнутся вопросы, что, собственно, помогло ли это стране или нет, тогда разочарование неизбежно, вопрос в том, насколько оно будет велико. То есть разочарование, если завышенное ожидание, все равно будет разочарование. Ну, да, но если оно будет, если экономика будет на волне расти, опять же, все опасаются следующего мирового кризиса, да, финансового, если благоприятна будет конъюнктура, то есть этого не произойдет, то, возможно, ну, то есть разочарование не будет столь велико, и у сегодняшней власти есть достаточный ресурс для того, чтобы как бы продолжать свою деятельность. То есть оно будет в любом случае, 70% вряд ли кому-то удастся там держать, те, которые есть вроде бы сегодня вот по результатам рейтингов, но... Да, поэтому все будет зависеть от того, какой будет следующий шаг, когда у общества возникнет вопрос, а что же дальше? Помогли ли нам это вот эта смена власти, вот это преследование недобросовестных там чиновников, коррупционеров? Порошенко преследовал? Не так ярко, не так, скажем так, весьма выборочно. На сегодняшний день, судя по анонсам генпрокурора, по анонсам, скажем так, представителей власти, планируется такой массированный удар, то есть не просто одного-двух там выхватили и можно обвинить в каких-то политических репрессиях, да, а, во-первых, многих, во-вторых, довели дело до конца. По поводу того, что при Порошенко сажали, если вы помните, вот супер
акцию с вертолетами, да, когда брали налоговиков. На самом деле, вы, может быть, общественность знают вообще, чем закончилось? Ничем она не закончилась. То есть, ничем не закончилось. Кого-то отпустили сразу, кого-то подписка, что еще. То есть, мы не увидели как бы следующего шага. Возникло наоборот, ну, либо это забыли, либо возникло у людей, которые помнят, некое разочарование. То есть, если вы с такой помпой все это делаете, привлекаете такие ресурсы, столько всего делаете, и потом ничего не происходит, я не за то, чтобы сажать невинных людей. Но если они все невинны оказались, то вопрос к тому, кто это организовал. Как вы могли так спланировать операцию, что вы там несколько десятков невинных людей на глазах у всей так, страны приняли? Да, потом. Поэтому, если сейчас будет по-другому, то есть пока, если будет, скажем так, акцентированные определенные там дела по людям, которые действительно коррупционеры, и они будут, эти дела будут без всяких вертолетов, а нормально, процессуально доведены до какого-то конца, да, хоть какого, промежуточного, хотя бы передачи дела в антикоррупционный суд, да, тогда, ну, скажем так, это позволит власти быть достаточно время легитимной до появления вопросов. Ребят, а стали ли мы от этого жить лучше? Когда появятся эти вопросы, может полгода, может год. Сьогодні в мерії, в міській раді Дніпра проходили обшуки. Прокуратура провела брифінг, обласна прокуратура, про вручення підозри сімом чиновникам, працівникам, не сімом, там сім громадян, людей, які хтось працював у мерії, хтось був ремонтував. Ну, факт того, що произошла от така процесуальна дія. Да, там Михайло Лисенко, заступник міського голови, йому також намагаються вручити підозру, не може, тому що він зараз у від'їзді. Ось така дія. Це в цей напрямок входить? Або це бажання вплинути на міського очільника Дніпра для чогось? Ну, ви знаєте, перше, второго не виключає. Є в обществі запрос на те, щоб корупціонерів жорстко наказували. Всі дії по цьому поводу поки люди одобряють. Тобто, общество жаждать крові корупціонерів, скажімо так. Соответственно, власть дает ответ на этот запрос. Параллельно с этим это используется в том числе для того, чтобы, ну как хотите, можно назвать аккуратным словом, попытаться перезагрузить власть в ключевых регионах. Соответственно, это и то, и другое. С одной стороны, это влияние, власть пытается влиять в том числе, с другой стороны, она делает это, ну, я так понимаю, есть определенные основания. То есть мы не можем говорить о том, что абсолютно людей вне подозрения и невинных просто крутят, да, для того, чтобы увеличить свое влияние. То есть тут, да, и то, и происходит то, и другое. То есть это желание действительно пока что такой рейтинг, пока что такие возможности, максимально не ждать, что каким-то образом потихонечку будет налажена связь между центром и местными элитами, местным руководством. Просто-напросто, используя высокий рейтинг, вот эту вот местную управленческую элиту поменять. Соответственно, это началось в Киеве. Я вам скажу больше, если вдруг в Днепре была разделена должность мэра и главы, допустим, если была бы администрация города, то, возможно, все пошло бы путем таким, как с Кличко. То есть, поменяли бы. Да, просто забрали бы административные вот эти вот функции и объявили перевыбор. А так, здесь приходится действовать немножко по-другому, но еще раз говорю, это не заказ на передел там власти, только перезагрузку. То есть это, наприклад, які дії там Борис Філатов каже, що найбільше зло у це Коломойський, що Коломойський йому може робити пакощі, що це не Коломойський. Так, ну, каже мер. Ну, нет, да, понятно. Никакой процесс не может быть только вот направлен с одной стороны. Вот это только желание перезагрузить власть. Или это только нечистоплотность местных чиновников. Или это только желание какого-то олигарха. То есть это все три составляющие в данной ситуации сошлись в одном. Есть некий, предположим, олигарх, который не сразу пошел в атаку, а подождал, пока сойдутся две другие составляющие, когда появятся определенные уголовные дела,
підозри. І коли появиться політична воля перезагрузить сила, ну, скажем так, влиянням сверху местную власть. Соответственно, это все сошлось воедино. Возможно, были еще достаточное количество факторов. Про коррупцию там. Є бажання боротися з корупцією, є... Декларируються бажання. Наприклад, той самий очільник мер Дніпра Борис Філатов, да, довгий час її в губернські хроніки, де активно показував, виявляв корупційні дії. В нього вірили і кажуть, що це людина, якщо там... Ну, було якась думка, що якщо вона стане у владі, вона жодним чином не буде займатися тими нахабними ділами, якими справами, якими займалися описувані ними персонажі губернських хронік. Але якщо вірити там подачі прокурора та діям прокурора, якщо вірити масовим заявам у Фейсбуці там місцевих активістів, то ну Борис Філатов є певні некоректні дії робить. Де є небезпека, що все зміниться, що там поміняють, там прийдуть нові чесні, вони не будуть знов ремонтувати там вже південний міст и вытрачать оттуда гроши. Смотрите, я понял вопрос, смотрите, личные гарантии, то есть только человеческое, что вот придет человек порядочный, как вы говорите, вот надеялись на Филатова, что он придет, и он не будет ничего делать плохого. Кстати, пока что не доказано, что он делал ничего плохого, поэтому, но просто вот приходит любой человек, мэр, и мы понимаем, что этот человек боролся, разоблачал коррупционеров. Да? И мы считаем, что он не будет этим заниматься сам. Почему? То есть мы ищем гарантии в его личности. Он такой хороший человек, что он не будет. Эта гарантия достаточно зыбкая. То есть люди меняются, ну, есть перефразирование немножко, мы презираем деньги, пока у нас их мало. А как только у нас их становится больше, наше отношение меняется. Вот, соответственно, тут нужны, как в любом развитом государстве, системные там запобежники вот для коррупции. То есть нельзя надеяться только на то, что человек не сделает ничего плохого, потому что он хороший. То есть нужна система нормальная, система мониторинга, система контроля, которая не позволит ему в том числе это сделать. То есть доверяй, система, но проверяй. Мая будет створена самыми людьми, вот мы все там подумкать. Нет, вот если так. Есть, ну, тут изобретать велосипед не нужно, тут есть вот та антикоррупционная структура, если она будет доведена до конца, да, то есть это не один еще день, потому что вы же видите, во всех наших коррупционных антикоррупционных органах все равно присутствует некий пока личностный фактор. Но это болезнь роста, мы не можем поменять все вот сразу. Тогда нужно делать контролирующую структуру, над ней контролирующую, контролирующую и так далее. То есть будут вот эти вот, скажем так, метастазы коррупции. Но именно вот система взаимного контроля между ведомствами, она может замедлять процесс принятия решения. Да, когда все будут бояться принять резкое решение. Ну, что, это, да, это не очень хорошо. Но с другой стороны, с точки зрения контроля за выполнением, это будет лучше. Так работают системы в Соединенных Штатах, в европейских странах. Да, бюрократический аппарат управленческий, в результате он все равно не поворотлив, но из-за вот этого вот взаимного контроля исключается, или практически исключается вариант такой коррупции, такого высокого уровня коррупции, которая сегодня у нас присутствует, которую мы наблюдаем. Зараз Верховна Рада України дуже ефективно працює, приймає закони, десь порушує регламент, приймає. Скажем так, не то, що навіть ефективно, а результативно. Тобто, от, скажем так, то есть результат є, ефект поки не понятен. Ну, завжди існувала така думка, це Гризлов, спікер Російської Федерації, сказав, що Дума не місце для дискусій. І дуже в Україні певним таким досягненням вважалося, що про наш парламент, про нашу Верховну Раду такого сказати не можна. Тут дискутують, тут спорять, там, ну, по-іншому, вона не ідеальна, але це місце для дискусії. Тут є, навіть при Януковичі, тут були там вільні депутати, які могли робити, там, боротися за свободу. Зараз є така монобільшість, є активна, ефективна робота Верховної Ради. Депутати всі голосують. Тим не менше, не дуже часто я бачив, чув, щоб вони там обговорювали подовго закони, як іноді обговорювали, вносили правки. Вони їх активно приймають, голосують за них. Не є небезпека, що в певний момент про те, що парламент не місце для дискусії, можуть сказати і в Україні. Тому що коли в Росії там 2001, там да, і СПС був, і інші партії, вони, да, ну, видите, в Україні это, такого это, не буде. Ця фраза, що парламент не місце для дискусії, смотрите, вона на общественне сознання російського, в принципі, лягла. То есть, вот, на вот менталітет більш восточний, не ліберальний, ця ідея сподобалась. Чому? Тому що дійсно, будь-які демократичні процедури, вони зв'язані з
согласованием, переговор, они медленные. В результате есть такое представление, что демократия — это говорильня, поэтому чем меньше дискуссии демократии, тем лучше. А украинцы менталитет, он в определенных моментах принципиально другой, поэтому у нас как раз это место для дискуссии. Единственное, что парламентарии прошлых созывов злоупотребили вот этим вот карт-бланшем нашего менталитета, что да, мы согласны, что это место для дискуссии, но когда эти дискуссии просто превращаются в цирк с параллельным там, зарабатыванием денег. Там був даже не стільки цирк був такой, щоб заробити деньги, наприклад, у Ляшка, але найчастіше дійсно виступали депутати, щось сказали для того, щоб протовхнути якісь свої, да, щоб смотрите, угроза, отвечая на вопрос конкретно, угроза есть всегда. Более того, в любом государстве есть угроза, поэтому обратите внимание, демократические государства жестко блюдут процедуру того, как принимаются решения, согласуются, даже если это замедляет процесс. Почему? Потому что они понимают, как только дать слабину, нарушить процедуру, которая может быть уже устарела, но вот как нарушить вот этот порядок, всегда есть угроза, что раз нарушили, два нарушили, три нарушили, переход к авторитаризму. Поэтому угроза, она есть. Значит, более того, есть моменты, которые не очень нравятся в сегодняшнем парламенте. Да, законы принимаются, но уже нарушается процедура. То есть сегодня, потому что это очень нужно стране, завтра еще почему-то. То есть будут находиться поводы для того, чтобы нарушать вот этот регламент, закон. Поэтому угроза, она присутствует. Пока что она обратима. То есть, на самом деле, даже монобольшинство, оно еще все равно зависит от общественного мнения. Если завтра рейтинги пойдут вниз, то президент и его окружение задумаются над тем, что делать дальше. Есть еще элиты, которые на сегодняшний день не сгруппировались еще вокруг Зеленского. Элиты, какие элиты? Какие элиты? Финансовые, там, влиятельные, да, которые на сегодняшний день, которые влияют на ситуацию в стране. Потому что у нас розуміння элиты, элита – это сам якісь там давньогрецька, такая позитивная элита. То элита, их там розумні люди. У нас есть… Чи це элиты не ті элиты? Есть… Назовем так, финансово-промышленные группы, которые, собственно говоря, ключевым образом влияют на экономику страны. То есть, которые, скажем так, сленговым словом, да, которые на сегодняшний день разделили между собой сферы влияния. То есть, в любом случае, ситуация, как у Януковича, может произойти, когда усиление семьи спровоцировало то, что представители финансово-промышленных групп, они, собственно говоря, почувствовали угрозу и решили, что нужно с этим что-то делать. Причем эти представители этих групп были в самом ближнем окружении Януковича. Это все было видно. Поэтому на сегодняшний день это не Россия, где Путин вокруг себя не то что даже сплотил, а потихонечку одного прибрал олигарха, другого, а остальным позволил на определенных условиях существовать. Сейчас в Украине этого нет. Поэтому на сегодняшний день еще непонятен вопрос, как будут группироваться эти элиты. Будут ли они идти в русле Зеленского, как он пытается это представить. Помните, он же сказал, я поговорил с Метовым, с Кенчуком, и все будет, они там все будут работать, мы обо всем договорились. Но понятно, что это не факт, то есть они тоже смотрят, они не выступают резко, это вопреки их любым интересам, но они смотрят, что будет происходить. Они смотрят на рейтинг, они будут смотреть, как происходит будет в правовой системе, что будет делать, в принципе, команда президента. Поэтому на сегодняшний день угроза авторитаризма, она существует, но она еще обратима. На сегодняшний день и в силу менталитета нашего, в силу вот системы, которая сложилась, президентская команда будет зависеть от рейтингов общественных и будет зависеть от мнения вот элит. Да? И плюс будет зависеть от голоса извне. Да? То есть мы понимаем, голоса что у нас... Не есть... партия, да, голоса. Нет. Да. Будет зависеть от мнения, назовем это так, международных партнеров, которые, с которыми мы тоже завязаны очень крепко и с точки зрения конфликта с Россией, и с точки зрения кредита и всего остального. То есть там их мнение тоже будет достаточно весомо. На что поставят западные партнеры? На условно просвещенный либеральный авторитаризм, когда будет авторитарный Зеленский, например, но будут экономические свободы, будет управляемость четкого государства. Или на олигархическую демократию, когда авторитарного лидера не будет, но финансовые группы будут каждый раз с помощью партий, политиков устраивать, скажем так, постоянные спарринги. То есть, что будет выгоднее? Соответственно, у нас есть местные финансово-промышленные элиты, у нас есть
общество, как ни странно, то есть мы это уже перешли ситуацию, когда общество безмолвствует. Ну, граждане, каким не без... Да, да. То есть они не смогут игнорировать, власть не сможет игнорировать, допустим, резкое падение рейтинга. Она что-то будет при этом делать. Она не сможет это жестко игнорировать. И у нас есть, назовем их так, группа международных партнеров. Соответственно, от этих вот, от того, как будет проходить процесс, какие они решения между собой будут принимать, и как будет действовать, отвечать на них власть, будет зависеть, как будет все происходить дальше. То есть, поэтому, резюмируя, угроза авторитаризма, особенно в постсоветских государствах, есть всегда. То есть с этой угрозой нужно жить и постоянно не давать возможность этому наступить. И есть три силы, которые на сегодняшний день могут, аккуратно не допустить все это. Люди, местная элита, западные партнеры. Ви казали західні да, партнери, да. Наші партнери. Вони зацікавлені у успішній, у багатій Україні, щоб ми там маємо добрі відносини, але чи зацікавлений я в тому, щоб вони не були там ніким ніщебродом? Да, я в цьому зацікавлений. Але якщо десь обирати і мені треба якусь взяти вигоду, я скажу, хай буде краще у мене, ніж у Андрія. Тобто, якщо я і ви виробляємо автомобілі, то я краще я буду. Смотрите, богата Україна – це для западних партнерів не самоцель, вони думають о собі і правильно роблять. Кожен думає о собі. Кожен має думати про себе. Соответственно, ми представляємо для них інтерес. Інтерес який? Значить, ми повинні бути стабільні і предсказуємі в центрі Європи, на секундочку. Да? Тобто, повинно бути государство, которое, плюс государство, которое имеет определенную, на которое оказывают влияние, но имеет определенную свою позицию. Тобто, вона не должна бути, собственно говоря, поглощена соседним государством. Да? То есть в этом все заинтересованы. Соответственно, есть интерес в том, чтобы, скажем так, не самоцель, чтобы мы с вами были богаты. Самоцель в том, чтобы мы были достаточно стабильным государством и уже, за нас никто работать не будет и богатеть. Соответственно, а мы уже внутри должны определиться со своим распределением материальных благ. Да? То есть не у олигархов все, а у людей ничего. Да, то есть это уже как бы внутренний вопрос. Никто в нами в этом смысле заниматься менеджментом, операционной работой не будет, а только мы сами. Но давать сигнал и поддерживать финансово направление развития государства, да, то есть мы как в любом доме, да, мы не родственники нашим соседям, но соседям выгодно, чтобы мы не разрушили дом, да, чтобы мы не устраивали в нашем доме свалку, там, и что-то еще, что испортит жизнь всему дому. Если там разом перегородку сделать, то краще мати... Вы же понимаете, если мы, смотрите, что в доме многоквартирном, у нас газовая труба на всех одна, да, и там не дай бог что. Что в реальности у нас вот газовая труба, которая через нас пока идет, да, есть уже в обход, но тем не менее, газовая, другая, то есть, в конце концов, условная труба, через которую передвигаются мигранты. Тоже. То есть нам нужно понимать, что через нас идут коммуникации самые-самые разные, в том числе и людьми. Соответственно, западные партнеры заинтересованы в том, чтобы здесь было как минимум не... чтобы мы, знаете, пусть даже будем бедненькие, но аккуратненькие. То есть у нас заинтересовано, чтобы мы были хоть бедненькие, но аккуратненькие. А дальше уже богатеть, не богатеть, наше дело. В Дніпрі з'явився новий голова обласної державної адміністрації. Його не було, був тимчасово виконуючий обов'язки. Це молодий Олександр Бондаренко, йому 33 роки. Ви про нього щось знаєте? Хто його? Знаєте, є інформація про пана Бондаренко? Не більше на сьогоднішній день. Не больше, чем, я думаю, у каждого, кто ознакомлен. Да, интернетом пользуется, да. То есть это человек, то ли харьковчанин с киевской пропиской, то ли киевлянин с харьковской пропиской. То есть человек, скажем так, варяг, да, то есть не местный, не отсюда. Соответственно, информации о нем мало. Понятно, что для экспертов конкретно в этой среде, вот в команде, допустим, Зеленского или чем-то, наверняка они могут рассказать больше. Но эксперт, который, мы с вами, мы не можем следить за там тысячи людей, которые успешны где-то в своей игре. Мы за каждым из них не можем следить, поэтому узнаем, кто это. Пока что информации минимум, но это на самом деле не удивительно. Перестало быть чем-то удивительным для нашей области. Это добре, он не местный. Смотрите, у нас был
То есть последние годы Резниченко, да, то есть о нем было тоже изначально известно, что это человек из одной из структур там главы администрации тогдашнего президента, то есть он менеджер, и мы о нем за это время намного больше и не узнали. То есть мы узнали, что есть команда Резниченко, которая ключевое направление деятельности это ремонт там школ и дорог. Вот есть команда, вот она что делает. Конкретно об этом человеке мы мало что узнали, поэтому говорить о том, хорошо или плохо, скорее имеет смысл, граждане не почувствовали какого-то добра или зла, связанного конкретно с этим человеком. Он не стал ни злым гением, ни добрым. То есть он ушел, Резниченко. Я не думаю, да, Резниченко. А сейчас снова человек, не особо известный общественности, снова откуда-то. Может быть, логика президента и правительства состоит в том, что Днепр, Днепропетровская область, такой регион достаточно, скажем так, на виду, развитый, и если здесь кто-то появляется из своих, то есть это человек уже связанный с местными элитами, он начинает аккумулировать вот определенную там управленческую силу, то есть он прирастает политическими мышцами. Да, если у него еще успехи, да, если в нем заинтересованы элиты местные, если у него еще есть успехи, то он воспринимает эту должность как старт на более высокий уровень. Вспомните Лазаренко, да, премьер-министр. Вспомните Вилкула, который первый вице-премьер. То есть это люди обязательно с политическими амбициями. А приходят люди, которые, вспомните, там, Ихануров, да, тот же Бондарь, который каких-то сумасшедших, да, он депутат, он на виду, но он каких-то сумасшедших амбиций, высот, он не кандидат в президенты, но вы понимаете, что сумасшедших высот он в рамках страны не достиг. Вот. Когда приходит Варяг, он приносит меньше проблем центральной власти с точки зрения своих политических амбиций. То есть у него нет или ему не дают, он не успевает нарастить здесь мышцы и стартануть куда-то в правительство. Он просто уходит. Местный человек, то есть новому человеку ему нужно найти общий язык, разобраться во всем, найти общий язык с влиятельными группами, в том числе финансовыми, промышленными, разобраться со всеми этими делами и как-то этим управлять. А тут, глядишь, новые выборы уже. Местный человек это действительно чаще всего это люди, которые местные, уважаемые, влиятельные, которые расценивают место главы областной администрации как серьезный, мощный плацдарм показать себя в рамках страны уже и выпрыгнуть куда-то выше. Соответственно, я не думаю, что Леонида Кучму устраивал Лазаренко, который вот так стартанул, да? Я не думаю, что всех устраивал еще в правительстве Януковича Вілкула, который вот так стартанул. Янукович, коли став прем'єр-міністром, одні з перших вимог його, одні з вимог його було зняти Швеця зняли з голови обласної державної адміністрації, тому що він мав певний ресурс, певний авторитет, дуже довгий час просидівши. Хорошо это или плохо, для жителей области это, скорее всего, даже для тех, кто не внедряется глубоко, это может быть и незаметно, если не будет конкретных неудач капитальных, что все рушится. А для власти центральной это объяснимо, то есть пока выбор глав обладминистрации, если таковые будут, если будут выборы, допустим, условного там главы области, давайте так назовем, то тогда можно будет говорить о том, что да, нужен человек, который имеет на месте авторитет. Да, мы живем, да не популярно. Да, пока он назначается, то, естественно, выгодно центральной власти использовать человека, который разбирается в управлении, но при этом лишен, он не на своей почве, он маргинален, он оторван от почвы, соответственно, он много времени нужно будет, чтобы стать самостоятельным политиком здесь. Ему там, у него не будет хватать времени, ему бы разобраться с местным. Соответственно, он не опасен с точки зрения там, политической. Поэтому это объяснимо. Будем сподіватися, что управлять він буде ефективно, якісно і буде певний зиск, великий зиск області і державі. Надежда – це отлічне чувство. Да, спасибі, Андрію, велике. Дуже цікаво. Сьогодні в гостях у нас був Андрій Клячин, політичний експерт. На все добре, до побачення. We'll be right back.